Всем доброе утро. Сегодня мы с утра пораньше. 23 марта, что-то хотел рассказать. Июня же, конечно, 2021 года. С утра 7 часов 30 минут. Владимир уже расставляет свои товары. Доброе утро, доброе. Здорово, здорово, здорово. Ну что, не смотрел? Результаты не считал? Да, смотрел. Сегодня в районе 80 комментариев было. Так что еще рано. Так что ждем, ждем, ждем вас, ребят. Буду выставляться работать. Свежие давай, очки давай, сегодня работай. Получаем. Давай. И так каждый день у него свежие да, очки. Да, каждый день рано утром. Скажи что-нибудь, а ты приятное. Я? Да. На экскурсию он хочет позвать. На экскурсию приглашает вас, но стесняется сказать. Да, я не так это выглядит. Не знаю, как ты это выглядишь, но мы пойдем дальше. Как видите, с утра пораньше уже намыли набережную. То есть я еще раз повторюсь, время 7 часов 33 минуты. Набережная уже вот мокренькая вся. Даже лужи остались. Каждый день намывают ее. Я, наверное, конечно, уже повторяюсь, но как-то вот так. Мусора, конечно, у нас много. Машинами прям приезжают, вывозят. Это да. Ну, пойдем посмотрим, какая же температура воздуха и воды согласно табло пляжа. Итак, сегодня у нас 22-е. Еще раз. Нет, сегодня у нас 23-е. Информация устаревшая. Увы. Поэтому не будем ссылаться на нее сейчас, а позже сошлемся. Но я вам скажу от себя, что температура воздуха с утра согласно вот, моего автомобиля составляет порядка 26 градусов. Вот так вот, так что нормальненько. Люди такие 7.30 уже на пляже. Тупо уже ушли в море. Море сегодня вот такое вот. Не скажу, что хрустально чистое. Не как слеза. В прошлом году у нас гораздо чаще были такие. Нормальная. Температура вчера была плюс 23, сегодня будем замерять, но еще раз посмотрим на табло, которое вешается сотрудниками пляжа, там не замеряет уже отдельно. Вот такая вот ситуация, ребята. Здесь купаются, мамы загорают. Кораблики выходят в море, вон, видите? Так что всем доброе утро. Я прижал укладывать, сегодня плавать не буду, если буду, то попозже. Времени нет, извините, занят. Доброе утро.